С мая по конец июля золотовалютные резервы развивающихся стран упали на 60 миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley. Массовые вливания ФРС США в мировую финансовую систему играют на руку развивающимся рынкам, но теперь кран вот-вот перекроют. Отток капитала и ослабление национальных валют заставляет центробанки проводить дорогостоящие интервенции и поднимать базовые ставки. Хотя в среднем резервы упали на 2%, некоторые страны пострадали гораздо больше. Индия потеряла 13,6% своих резервов, Турция – 12,7%, Индия – 5,5%. Китай не учитывался, так как эти данные Пекин публикует лишь раз в квартал. Между тем, с середины августа тревога по поводу грядущего ужесточения денежной политики Америки усилилась. Это означает, что осенью сокращение резервов развивающихся стран может резко ускориться.